Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Какой прогноз подготовили астрологи с 13 по 19 ноября? Узнаем прямо сейчас. У овнов на первый план в данный период выйдут вопросы финансов. Звезды советуют: не паникуйте от небольших препятствий. К выходным все вопросы будут решены в вашу пользу. Также на этой неделе могут возникнуть претензии к любимому человеку. В этом случае помните, что, желая изменить другого, вы пытаетесь добиться невозможного. На этой неделе у тельцов будет складываться впечатление, что вас провоцируют на конфликты. Из-за этого не стоит делать проблему. В любом случае, коллективная деятельность сейчас более успешна, нежели индивидуальная. Еще это прекрасное время, чтобы подводить итоги проделанного и строить планы на будущее. У близнецов может возникнуть неожиданный творческий импульс изменить что-то в доме, сделать ремонт, поменять обстановку. Вашего задора хватит на всю семью. Никто не останется без дела. Только не переусердствуйте с указаниями. Раков ожидают на этой неделе романтические встречи и влюбленность. А у тех, кто уже находится в отношениях, возможно, найдется совместное увлечение. В финансовых вопросах лучше не принимать важных решений. Также вам могут поступать предложения по работе. Звезды советуют не давать ответ сразу. Лучше взять паузу и все обдумать. На этой неделе львы будут держать под контролем все свое близкое окружение, из-за чего возможны разногласия с коллегами и родственниками. Ваше настроение в середине ноября будет резко меняться. Сохраняйте чувство юмора, и эта неделя оставит у вас самые лучшие воспоминания. Девы очень притягательны для противоположного пола, но стоит быть начеку, могут встречаться люди, которые будут с вами не совсем искренни, а вы можете не вполне объективно видеть картину происходящего, особенно в отношениях с новыми знакомыми. Во избежание заблуждений доверяйте больше своей интуиции и не предпринимайте необдуманных действий. Природное обаяние весов возрастает в эти дни, благодаря чему вы можете получить многое. Постарайтесь не использовать расположение окружающих в корыстных целях, иначе совсем скоро это обернется неприятностями. У вас будет возможность помирить враждующих людей. В результате вы откроете дверь для благоприятных событий в собственной жизни. На этой неделе у скорпионов может возникнуть особая симпатия к человеку, с которым вы уже давно знакомы. В семейных отношениях атмосфера будет меняться. Вероятно, разногласия по бытовым вопросам, но это временная ситуация, и довольно быстро все разрешится. На работе будет много рутинных дел, требующих точности и внимательности. Астрологи считают, это не лучшее время брать или давать в долг. На этой неделе у стрельцов, вероятно, какая-то путаница с информацией. Радость может смениться на гнев и наоборот. Поберегите нервы, к выходным все прояснится. В середине ноября вы почувствуете потребность в признании и в вашей значимости в коллективе. Не упустите шанс заявить о себе, сделать что-то оригинальное и новое. У козерогов с любимым человеком на этой неделе может быть не все гладко, но звезды гарантируют, это напряжение скоро пройдет. На работе вы почувствуете, что пришла пора воплотить свои идеи или мечты в жизнь. Действуйте смело и решительно. Для водолеев, которые развивают свое дело, ноябрь станет важным месяцем для серьезного скачка вперед. Новолуние принесет представителям воздушной стихии важный цикл, связанный с работой. Ваша компания может изменить название или поменяться начальник. Рыбам на этой неделе, возможно, придется уделять повышенное внимание супругу, детям или родителям. Некоторых представителей знака ожидает переезд на новое место жительства. Вот такую неделю обещают нам звезды.
С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы! Thank you.